Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола по-прежнему хочет видеть испанского полузащитника Иско в своей команде. В предыдущие годы Иско уже отказывал горожанам, но теперь Пеп настроен оптимистично в связи с последними новостями о положении футболистов Реали. В феврале сообщалось, что Иско недоволен привилегированным положением некоторых партнеров и игровым временем, как передает ЕС. Гвардиола уже обсудил с руководством вопрос покупки Иско. Сити готов предложить Реалу 86 миллионов евро. В то же время в контракте испанца, подписанном в сентябре, указаны отступные в 700 миллионов евро. Иско забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач в 40 матчах сезона 2017-18. В 18 матчах Реала с начала 2018 года Иско 8 раз выходил в стартовом составе и лишь раз доиграл встречу до конца. Дважды он просидел все 90 минут на скамейке. Помимо Сити, интерес к Иско проявляют МЮ, Челси, Арсенал и Барселона. Каталонцы рассматривают игрока в качестве ответа на случай перехода Неймара в Реал. Оставайся в контакте со спортом.